Итак, друзья, всем привет из дождливого Томска. Меня зовут Максим. И в сегодняшнем видеоролике я хочу изготовить приспособление для своего станка, приспособление для декоративного проката профильной трубы, или точнее сказать, для имитации декоративного проката. Битый профиль, называйте как хотите. Использовать для этого я буду вот такую вот гигантскую шестерню. Также возьму временно с оснастки, с торсиона, возьму блинчик, установлю сюда данную шестеренку и попробую прогнать через нее профильную трубу. Данная идея не моя, идея Володи из Ставрополя. Переходите по ссылке в описании на канал Володи, подписывайтесь, смотрим, что получится. Так, устанавливаем нашу приблуду на станок. Итак, друзья, ну посмотрим, что у нас получится. Трубку сначала прокатаю на блоке усиления. И теперь прокатим через нашу шестеренку. Второй попробуем без усиления прокатать. Ну и вот, друзья, смотрите сами, что у нас получилось. Трубка без усиления. Трубка с усилением профильной трубы. Вот такой вот декоративный прокат. Ну и на этом сегодня все, друзья. Кому видео было полезно, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Не забудьте перейти по ссылке в описании, подписаться на канал Володи. Всем желаю удачи. До новых встреч. Всем пока.